Всем здравствуйте, сегодня какое-то там апреля, не соврать бы, 12 апреля, приехал попробовать последний лед на озеро с трофейными ротанами. Первых уток сейчас наблюдаю, не знаю, камеру вторую не взял, экшен не приближает, вон там, короче, вот две летят, там две, там еще две. Сначала, пока дорогу смотрел, спущусь, утка летела. И потом спустился с лужи, два селезня слетело. Утка есть, в общем. Вот так вот. Вон два лебедя полетело. 110-ку перелетают. Ну, вот так вот. А я пошел пробовать заходить. Бурно, но сразу, на всякий случай. Собрать. Он мне поможет. Если что. Ну вот так вот попробую. Там на озере уже включусь. С краю камыша надуто здорово. Где тропинка была. Но я иду верхом. Дальше будет видно. Вон по колено минимум еще тут снега. Так что тут еще в озеро вода придет. Так. А здесь-то у нас уже вода. Здесь уже вода. Лодка. Можно на лодке попробовать плыть. Так. Не факт, что я все-таки зайду. Но будем пробовать. На озере, что там, 2.30 где-то глубина, если лед не толстый, то когда я упрусь ногами в дно, то возможно я еще вам поснимаю, есть рыба подо льдом или нет, под самым. Ну ладно. Так вот, вот потихонечку сейчас и пойду. Воды вот. Проход, если я думаю, не растаял, то и плёса сама не растаяла. Ну все. Один на льду ролик, наверное, будет называться. Или дурак на льду. Ну все, мне кажется, я почти до льда добрался. Самое глубокое было вот так вот тут. Нет, наверное, еще не лед. Еще какой-то зверь проходил, которого лед не держит. Тоже у него какая-то необходимость была тут идти. Нет, это еще не лед, оказывается. Я уже думал, лед, проход, что без воды. Ну вот, добираюсь до первой плесы. В общем, непонятно, ага. Непонятно. Не уж везде вода будет. Так-то у меня уже нога мерзнет. По воде ходить. О, лед. Хоть пляши. О, все. Значит, рыба будет. Сегодня понедельник. Я тогда в понедельник мешок рыбы наловил. Она, похоже, берет по понедельникам. Поэтому пришлось. Вон уже Мартын летает, на меня смотрит. Пришлось в понедельник идти на рыбалку. Как-то он, походу, лед. Ага, как-то его подняло. Уже. Уже, похоже, подняло. Туда меньше.
тут-то больше. Мы пойдем тут-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Не надо расстраиваться. Все у нас будет хорошо. Ну что, плеса, короче, вон за камышом. А у меня уже первая. Ага, по грудь. По грудь. Первая продушина в проходе прямо. Вот так вот отбывает. Сейчас бы как. Блин, она большая, похоже. Продушинка. Отдушинка. Кто после меня пойдет, уже не ходите. Здесь уже делать будет некого. Фу, блин, жарко прямо. Я думаю, это падение от страха. От того, что я тепло оделся. О, ну все, на лед вышел. Идем дальше. Лебедь полетел. Эти, в общем, летают, надо мной кружат. То ли смеются, то ли кого делают. Пробурил, в общем, я две лунки. Еле-еле. Лед вот. Получается вот так вот. Вода, я бы не сказал, чтобы прям вонища-вонища была. Вон лебедей, наверное, десятка-полтора еще летит. Весна, весна, птица прет. Я пойду сейчас еще на дальний край сначала схожу. Там попробую. Здесь, походу, куда-то в траву угадал. А потом посмотрим. Главное, если... рыба будет брать, она и возьмет. И в траве возьмет. Все. Топаем дальше. Ну что, приступаем. Также моя удочка. Мои гарпунчики. Резиновые. Сейчас сначала так потихоньку пройду, все погляжу. Если ничего не будет, опустим камеру, подглядим, есть там вообще что, живое или нет. Так-то хотелось бы. Эх, вода совсем не пахнет, мне кажется. Как-то мало здесь глубины.
Здесь рыбы нету. Только одни лебеди. Лебеди, лебеди и лебеди. Он еще уточек несколько крякает, летает. Мартыны улетели куда-то. На голову бы не накакали. Хотя, может, это тоже хорошая примета. Пробовать надо. Так, ладно. Ходим, смотрим. Уточка с селезнем летает, крякает. Там еще 4 или 5. Эх, красота! А рыба так и не клюет. Час уже где-то прошел. Зимой у меня после 30 минут начинал клевать, после того, как забуриваюсь. Вот так вот. Ни подо льдом, ни у дна, ни в середине. Никаких поклевок не было. Сейчас еще на круг на 2 пройду. И буду собираться, надо будет уже мне выходить. Камерой побулькаем в каждую лунку, посмотрим потом дома, что тут было, не было. Ну что, пробовать будем погружение. Вроде камеру привязал, глубоко, чуть под лед только. Здесь у меня было сало в зимней рыбалке. Видно, что оно есть еще. Так, ну все, ныряем. Палочка. Коротковато. Ну, если рыба где-то бы была, мы бы... Зашел сейчас палочку подлиньше сломать на лабзу, и тут такой запах, где-то тут должен енот как будто меня ждать. Прямо им такая вот вонища. Он, наверное, уже убежал. Такая тут палочку добывал, прямо вот в одном месте так пахло сильно. Ну не видать.
знаю, камера влезет, не влезет. Шел, не видел. Обратно иду. Вот ротанчики всплыли, не перезимовали. Вот еще есть. Вот так вот вот. Все, вышел я почти к машине, осталось только выехать. Утром заходил, вот поверху мои следы, обратно все меня он не держит. Эх,
кисломана, а дорога раскисла. Будем пробовать. Рыбалка зимняя точно теперь закончилась, летняя неизвестно. Когда-нибудь все равно поди съезжу. Вот так, все, пока. Всем пока.